Тебе рано жениться. Вон американцы. Вообще женятся в 40 лет, пока не встанут на ноги. Что ты думаешь? Пока я жив. Она никогда не войдет в наш дом. Никогда. Ты не понимаешь, что ли, а? Мне все равно на твой дом. Мне все равно на твой бизнес. Кто ты вообще такой, а? Чего ты решил, что ты мне можешь чего-то указывать? Если ты трахаешь мою маму, то это не значит, что ты мой отец. Что ты сказал? Что ты сказал? Руки убери! Ты ударил отца? Слушай, у меня такое чувство, знаешь, что я в театре где-то вот это видел, вот это твои страдания. Слушай, ты ударил отца? Слушай, ты. У тебя сейчас слезка должна пойти. Слушай, ты! Ты несравненна, необыкновенна, словно Афродита, рождена из пен. Ты несравненна. Мы оба знаем, что папа скоро умрет. Дима. Ну? Дима, я прошу тебя, не знаю, я не могу об этом думать, ну, пожалуйста. Хорошо, сейчас не об отце, ладно? Не надо так цинично об этом говорить. Где ты был? Где папа? Там наверху. Что случилось? Вы что, с ума сошли? Порядок, все хорошо. Что, пойдем, куда пойдем? Катер уже ушел. Чего ты орешь? Да все, успокойся, все. Ну, я думаю, папа уже там, на катере. Я видел твоего любовника. Что? Этого парня из балета. Знаешь, я представлял, как ты извивалась под ним. Ты с ума сошел? Ну, что-то обидно.